Поправил здоровье за государственный счет. Главу Кормиловского района Леонида Матиенко обязали вернуть деньги, которые он потратил из бюджета. Нарушение было выявлено в ходе проверки районной прокуратуры. Чиновник выплатил себе материальную помощь в 150 тысяч рублей как компенсацию дорогостоящего лечения. При этом никаких документов, подтверждающих понесенные затраты, не предоставил. Матиенко обязали деньги вернуть. С этим решением чиновник не согласился и подал апелляцию, которая сейчас рассматривается в суде.